Палат Алемдар. Главный герой, сыгран не Джати Шашмазом, озвучен Умит Табаком, в прошлом был Али Джанданом. Очень упрямый человек, но любящий человек. Тимур, сыгран Бураком Севендик, впервые появился в 203 серии. Очень преданный человек, убит Маркусом в 264 серии. Голге, Фердинанд. Враг Палата Алемдара в 13 сезоне. Впервые появился в 264 серии, где убил почти весь состав Кюгите и Кардинала. Называет себя тенью богов на земле. Есть человек по имени Ариэль, убит Палатом в 300 серии, сыгран Эртаном Сабаном. Эрсой Улубей, впервые появился в 104 серии. Эрсой Улубей, главный враг Палата Алемдара, кровный враг Мемати. Известен тем, что убил Гюлендом, сына Мемати Мамоша, сделал мать Палата Алемдара инвалидом. Убит Мемати и Палатом в 128 серии, сыгран Умит Ачар. Мемати Баш, один из главных героев, сыгран турецким актером Гюрканом Уйгуном. Был помощником Сулеймана Чекера, затем его сына Пусата. Любит его сестру, Сёльве. Правая рука Палата, убит на собственной свадьбе в 161 серии. Арон Феллер, глава Гладиа, шеф Булента Фуата Араса, еврей-сионист, впервые появился в 64 серии, конфликтовал с Шамиром Хеброном и Гюнтером Липманом и обыграл их обоих в 128 серии, спас дочь Палата Алемдара, из-за чего думал, что Палат будет с ним сотрудничать. Однако убит Палатом Алемдаром в 131 серии, сыгран Османом Сайкутом.